В далекой-далекой стране, где королевские замки разделены пополам, пиратские корабли закованы в лед, а города не могут пробудиться от вечной зимы, живет мальчик по имени Кай, сын волшебника, которого превратила в ледяную статую Снежная Королева. Сейчас же ступай к людям. Ищи-ка взяла след. Завтра же я вернусь с ребенком. Я не брошу своего брата, я его только нашла. Мута, взять его. Я помогу. Я знаю эти дороги, как свои 5 пальцев. Чуть не упал. Осторожно. Девчонку тоже пополам делим. Еще разок! Куда ты отправил Кая? Во дворец Снежной Королевы. Вот родина троллей. Все тролли погибли? Нет, остался один. Самый сильный, самый смелый и самый красивый. Я думала, остался только ты. Стоп, схвати девчонку! Тролль! Орм! Меня зовут Орм! Тебе не победить! Тоже меня остановит. Я принял решение! Вам нужно набраться сил перед встречей с королевой. Я дам ей своего оленя. Вперед, Рагнар, скачи быстрее ветра! Ага, поскакал. Я не могу ничего сделать одна. Ты не одна, Герда. Мы в твоем сердце. Любимая, мы всегда будем жить в сердцах наших детей. Ты можешь верить этой собаке? Я не собака. Аф-аф.